Антикоррупционный информационный караван продолжает свою работу в Карагандинской области. В минувшую пятницу представители антикора рассказали школьникам Бухаджирауского района об опасности коррупции и о том, как с ней бороться. О борьбе со взяточничеством школьникам Бухаджирауского района рассказали представители агентства по борьбе с коррупцией. Акция «Антикоррупционный информационный караван» прошла в Бутакаре в конце прошлой недели. Перед учениками местных школ выступили специалисты ведомства, которые рассказали о последствиях преступных финансовых схем и способах борьбы с этим явлением. Закон Республики Казахстан о противодействии коррупции от 18 ноября 2015 года регулирует общественные отношения в сфере противодействия коррупции, направленные на реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан. В учреждениях образования района разработаны антикоррупционные стандарты в соответствии со статьей 10 закона о противодействии коррупции и методическим рекомендациям по разработке антикоррупционных стандартов, утвержденных агентством по делам государственной службы. Антикоррупционный форум стартовал 28 сентября. Мероприятия каравана регулярно проходят в разных районах Карагандинской области. Предыдущее собрание было в Нуринском районе. Проходит форум при поддержке областного акимата и управления образования. Школьникам объясняют базовые понятия коррупции и борьбе с этим явлением. В самих школах проводят тематические дебаты, выставки и конкурсы. Деловая игра, получение государственной услуги на предметах основы права 9-11 классов. Важную роль в противодействии коррупции играют сами работники школ. Для исключения лояльности к финансовым преступлениям среди учителей и руководителей работают электронные дневники, облачные хранилища и другие сервисы. С их помощью можно предотвратить человеческий фактор и возможность подкупа для тех или иных услуг. Напомнили также о порядке назначения руководителей школ. Исполнять обязанности директора возможно только более 3 месяца и не более 1 раза. За этот период должен быть проведен конкурс и назначен новый руководитель. Объявление о конкурсе на вакантную должность директора школы должно быть размещено на официальном сайте аккаунте управления образованием. По словам спикеров антикоррупционного каравана, главная его цель – это воспитание нулевой терпимости к этому явлению. Немалые усилия, направленные на молодое поколение, не просто так. В будущем эти люди должны будут применить уроки на практике. Мы хотим вот это через трехстороннюю модель, то есть ученик, учитель, родители, довести до подрастающего поколения, что коррупция – это зло, то есть мы должны с ними бороться и не допускать никаких коррупционных правонарушений. То есть наша задача, как президент неоднократно говорил, что без вовлечения всего гражданского общества победить и снизить коррупцию невозможно. Поэтому мы сейчас делаем основной упор на подрастающее поколение, так как они наше будущее. Завершился антикоррупционный караван в Бухаджирауском районе выступлением школьных коллективов. Ученики показали несколько творческих номеров, в том числе небольшую постановку на тему борьбы с коррупцией. Және бостандыққа шығарылсын. Әнешім, жоқ, бұның бәрі өтірік. Айы бәрі жалған, менің балам жасықсыз. Эмиль Фукс, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.